Коллеги, здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в чат, слышно ли вам меня, видно, и видно ли вам презентацию. Отлично, мы ждем буквально несколько минут, чтобы к нам присоединились еще участники вебинара. Пока мы ждем, я прошу вас... Если кто-то зашел на вебинарную площадку под своей личной почтой, пожалуйста, перезайдите под корпоративный для того, чтобы мы могли корректно снять статистику посещения вебинара. То есть необходимо зарегистрироваться и зайти на вебинарную площадку под своей рабочей почтой. Ждем буквально несколько минут, чтобы к нам присоединились все, кто должны. Итак, коллеги, время 11:00. Предлагаю начать наш вебинар. Меня зовут Борюшкина Татьяна, я тренер учебного центра и проведу для вас сегодня обучение по услугам Департамента образования и науки города Москвы, которые в центрах будут предоставляться с 1 сентября 2023 года. Вы уже знаете про то, что не только услуги Департамента образования и науки города Москвы добавятся с 1 сентября, но и услуги по легализации, предоставляемые Минюстом и МИДом. Вот в рамках этих услуг вам необходимо пройти обучение, и на прошлой неделе вы посещали, должны были посещать вебинар по услугам Минюста России. На этой неделе мы с вами изучаем услуги Департамента образования и науки города Москвы по апостилированию документов. И на следующей, скорее всего, неделе также будет 3 вебинара, посвященные услугам Министерства иностранных дел. То есть всего в рамках обучения вы должны посетить один вебинар по услугам Минюста, один вебинар по услугам Департамента образования и науки города Москвы и один вебинар по услугам Министерства иностранных дел. В завершении у нас будут финальные вебинары, в которых мы подведем итог и вспомним все то, что вы изучите за это время. И с 1 сентября 2023 года начнется предоставление данных услуг во всех районных центрах. Итак, сегодня мы с вами рассматриваем услугу Департамента образования и науки города Москвы. Все услуги. Одна услуга – подтверждение документов об образовании и квалификации, другая – подтверждение документов об ученых степенях и ученых званиях. Мы их рассматриваем в рамках данного вебинара совместно, потому что, в принципе, услуги очень похожи, ну, то есть порядок предоставления услуги практически одинаков. Если есть какие-то различия, то по ходу вебинара я про них расскажу. Итак, как я уже говорила, услугу предоставляет Департамент образования и науки города Москвы. И мы принимаем документы и направляем данные документы в департамент для рассмотрения. Рабочей тетради не будет по данной теме, коллеги. Здесь рабочей тетради не имеется, вы ведете те записи, которые вам необходимы. Также давайте с вами заранее договоримся, вопросов будет, скорее всего, много, как по практике показала первого вебинара, но я вас прошу задавать вопросы по текущему слайду. Если у вас
вопросы в конце вебинара какие-либо останутся, то мы на них ответим. Со мной сегодня на вебинаре присутствует сотрудник отдела мониторинга и сопровождения услуг ЗАГС Лариса Давыдюк, и она тоже вместе со мной будет отвечать на ваши вопросы. Но для того, чтобы было удобнее вести вебинар, я вас попрошу их озвучить и написать в конце вебинара. Если по текущему слайду, про который я рассказываю, остается что-то непонятным, то по нему, конечно, можете в процессе вебинара писать. Начнем мы изучение услуги по традиции с перечня нормативно-правовых актов. И основной документ, который нам нужен, это конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, подписанная в Гааге 5 октября 1961 года. Вот услуга, которую мы будем предоставлять, подтверждение документов об образовании, квалификации, об ученых степенях и ученых званиях, это не что иное, как проставление на данных документов апостиля. То есть вы уже должны знать про то, что есть разные виды легализации. Есть консульская легализация, про этот вид легализации мы сейчас не говорим. А есть страны, которые принимают документы друг друга, если на них проставлен апостиль. Это как раз те страны, которые присоединились к конвенции, подписанной в Гааге 5 октября 1961 года. Вот если заявитель будет предъявлять свой диплом, аттестат, какой-либо другой документ об образовании или квалификации ученой степени, ученого звания в ту страну, где видом легализации является апостиль, то, соответственно, необходимо эти документы для апостилирования направить в Департамент образования и науки города Москвы. Руководствуемся мы, у нас есть, во-первых, чат-бот, который мы используем, у нас есть в базе знаний перечень стран, которые присоединились к Гаагской конвенции, и, соответственно, мы на этот список этих стран тоже ориентируемся. Далее, Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 333.35, там идет речь про то, кто освобожден от уплаты государственной пошлины. Федеральный закон от 23 августа 1996 года, номер 127 ФЗ, о науке и государственной научно-технической политике. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года, номер 273 ФЗ, об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 28 ноября 2015 года номер 330 ФЗ о проставлении апостиля на российских официальных документов, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации. Постановление правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 года номер 611 об утверждении правил подтверждения документов об образовании и или квалификации. Постановление правительства Российской Федерации от 27 февраля 2014 года номер 152 об утверждении правил подтверждения документов об ученых степенях и ученых званиях. Постановление правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года, номер 479, о компетентных органах, уполномоченных на проставление апостиля в Российской Федерации. Приказ Миноборнауки России от 5 сентября 2014 года, номер 1205, об утверждении административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по подтверждению документов об образовании и или квалификации. И последний приказ Миноборнауки России от 26 декабря 2014 года номер 1630 об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях. Коллеги, нам здесь важны в большинстве своем два последних документа, два административных регламента. Как я уже сказала, услуги у нас две, и на каждую услугу есть свой административный регламент и документы, которые требуются. Порядок работы с этими документами, он, собственно, этими административными регламентами и утвержден.
собственно, как и по любой другой услуге ведомственного направления. Нормативную базу, опять же, вы должны знать. Если это будет вам требоваться в вашей работе, то вы должны сослаться на один из этих документов, да, или заявителю разъяснить порядок, на основании чего, собственно, вы требуете те или иные документы. Коллеги, я покажу предыдущий слайд, но на нем ничего такого нет. Да, я его покажу. И в силу определенных технических моментов у нас сейчас презентацию, вы видите, без анимации, то есть она загружается сразу полностью весь слайд, и поэтому вы можете себе слайд фиксировать сразу. На нем ничего дополнительного появляться не будет. То есть я открываю слайд, и вы видите слайд весь полностью в том виде, в котором он будет. Поэтому можете сразу его себе фиксировать, если вы фиксируете. Итак, с 1 сентября 2023 года услугу, данную услугу по подтверждению документов об образовании и квалификации, ученых степенях и ученых званиях, можно будет получить в любом многофункциональном центре. Также остается возможность у заявителей обратиться лично в Департамент образования и науки города Москвы для получения данной услуги. Можно направить документы в электронном виде через портал mos.ru, и документы в этом случае поступят, обращение поступит в Департамент образования и науки города Москвы. И можно также направить документы почтой в Департамент образования и науки города Москвы. Все эти способы для заявителей доступны. То есть как им удобнее, так они и обращаются. Есть один нюанс. Если заявитель подал заявление в электронном виде через портал mos.ru, то, соответственно, если мы повторно примем документы на подтверждение там, диплома, аттестата, ну, какого угодно другого документа, то Департамент образования и науки города Москвы откажет, да, то есть вернет комплект документов. Поэтому обычно, когда к нам приходят заявители, мы их спрашиваем, подавали они документы через mos.ru или не подавали. Потому что если подавали, дважды департамент рассматривать не будет, смысла принимать комплект документов нет. Если они не подавали, то, соответственно, вы принимаете заявление и запрос, и, собственно, документы в дом направляете. Еще один момент. Подать через mos.ru можно только в том случае, если обращается сам человек, чьи документы подтверждаются, обладатель документа, и в том случае, если он не менял с момента получения документа об образовании и квалификации или ученой степени и ученого звания свои персональные данные, то есть фамилия, имя, отчество осталось неизменно. Во всех других случаях обратиться через mos.ru невозможно. Наши заявители – это физические лица, все без исключения, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства. И все они могут прийти в МФЦ без предварительной записи, подать заявление на получение документов. Кроме индивидуальных предпринимателей. То есть индивидуальные предприниматели, да, как лица, действующие в качестве индивидуальных предпринимателей, мы их не принимаем. Кто же конкретно может подать заявление? Здесь, коллеги, нужно быть внимательными, потому что есть отличие от услуг Минюста и других организаций, которые проставляют апостиль, в частности, архивно-информационного отдела, который проставляет апостиль ЗАГС. Вот здесь подать документы, обратиться, может только сам обладатель документов или его законный представитель. То есть, соответственно, просто кто-то, какое-то лицо, у которого на руках диплом, аттестат, какой-либо другой документ, он не может обратиться в МФЦ, отдать документ на подтверждение. Только тот человек, кому принадлежит документ, либо его законный представитель. И законный представитель только по нотариально удостоверенной доверенности. То есть здесь не допускается эта простая письменная форма, только нотариально удостоверенная доверенность. Поэтому две категории заявителей – либо обладатели документов, либо уполномоченные обладателями документов, либо их законными представителями лица, действующие на основании нотариально оформленных доверенностей.
И еще один момент, коллеги, к нам в МФЦ обратиться для получения данной услуги может только совершеннолетний заявитель. То есть если необходимо апостилировать документ, выданный в отношении лица, не достигшего 18 лет, то обращаться должен его законный представитель. То есть если это ребенок, да, то один из родителей, мама или папа. Либо другой законный представитель, если вдруг родителей не имеется. Несовершеннолетних мы в МФЦ не принимаем. По соглашению у нас нашими заявителями являются только совершеннолетние граждане. Несовершеннолетние могут лично обратиться в Департамент образования и науки города Москвы, и у них там департамент сам примет заявление. В МФЦ мы принимаем только совершеннолетних. Департамент образования и науки города Москвы предоставляет эту услугу по адресу 2 Балтийский переулок, дом 3. И, соответственно, документы все, которые мы направляем, мы направляем в департамент по данному адресу. Что необходимо знать для предоставления данной услуги? Здесь работает экстерриториальный принцип, и в пределах Москвы, независимо от регистрации заявителя по месту жительства, по месту пребывания в Российской Федерации, обратиться можно в любой МФЦ. И тоже вы необходимо должны понимать, что подать для апостилирования, для подтверждения, возможно, любой документ, выданный на территории Российской Федерации. То есть хотя услугу предоставляет ведомство Московское, Департамент образования и науки города Москвы, подать документы на апостилирование возможно, если документ выдан в любом субъекте Российской Федерации, либо в РСФСР. Да, то есть мы здесь, вернее, департамент апостилирует документы, выданные в том числе и в РСФСР, да, пока существовал Советский Союз. И, собственно, любой документ об образовании, квалификации, ученой степени, ученом звании, выданный на территории РСФСР, тоже можно подать, и департамент его апостилирует. Коллеги, про доверенности чуть позже будем рассказывать. Я вам все расскажу, что должно быть в доверенности чуть позже на следующем слайде. Срок предоставления услуги – 5 рабочих дней с даты регистрации заявления в Департаменте образования и науки города Москвы, без учета доставки. Но нужно понимать, что при необходимости орган исполнительной власти, то есть департамент, может продлить срок рассмотрения документов. Когда Департамент образования и науки города Москвы подтверждает данные документы, проставляет на них апостиль, они также пользуются федеральными реестрами, в которых имеется информация об учебном заведении, о том, кто имел право подписывать документы. Вот если информация в этом федеральном реестре имеется, то срок будет 5 рабочих дней. Если по какой-то причине информации в федеральном реестре нет о данном документе, о данном учебном заведении, то департамент будет делать запросы, письменные запросы в соответствующие органы, и срок рассмотрения может быть продлен до 30 рабочих дней с даты регистрации заявления в органе исполнительной власти. Это касается документов об ученых степенях и ученых званиях. Либо до 45 рабочих дней с даты регистрации заявления в органе исполнительной власти. Опять же, для документов об образовании и квалификации и для документов об ученых степенях и ученых званиях, которые выданы организациями, осуществляющими образовательную деятельность. В большинстве своем вы, когда людей предупреждаете, вы им говорите про то, что срок может быть продлен до 45 дней. Потому что до 30 дней продлеваются только, если подаются документы об ученых степенях и ученых званиях, которые выданы не образовательными организациями, а организациями, например, осуществляющими научную деятельность. В большинстве своем вы сталкиваетесь именно с документами, выданными образовательными организациями, и срок рассмотрения по таким документам может быть продлен до 45 рабочих дней. Бывают такие ситуации, когда Департамент образования и науки города Москвы возвращает комплект документов без рассмотрения. И это они обязаны по соглашению сделать в срок 10 рабочих дней.
Ну, мы будем чуть позже говорить, в каких случаях без рассмотрения, да, когда там не хватает каких-то документов, не приложены соответствующие документы, неправильно оформлены, не тот заявитель. И заявителя об этом департамент уведомляет, и они уведомляют в том числе на электронную почту. То есть они на электронную почту тоже пишут о том, что комплект документов возвращен. Поэтому сюрпризом для заявителя это не будет. Государственная пошлина составляет 2500 рублей за каждый документ. Тут нужно что понимать. Вот бывает, часто к нам обращаются заявители, которые хотят подтвердить, апостилировать диплом. Диплом есть сам диплом, да, корочка. И к диплому имеется приложение. Оценочный лист с отметками, с указанием количества часов обучения. Вот диплом и приложение, коллеги, это единый документ. И этот документ, он сшивается, апостилируется как единый документ. За этот единый документ уплачивается пошлина 2500 рублей. Сдать на апостилирование диплом без приложения, то есть без листа с оценками, можно. И департамент его апостилирует. Сдать отдельно оценочный лист без диплома на апостилирование нельзя. Поэтому если к вам человек приходит сдавать диплом для проставления апостиля и дает просто диплом без приложения, вы уточните, а необходимо ли вам, чтобы приложение с оценками тоже было апостилировано. Если ему такой необходимости у него не имеется, то вы просто принимаете сам диплом. Если требуется апостилировать и приложение, то они должны быть переданы вместе с дипломом, как единый документ. Если он потом придет, принесет отдельно приложение с оценками, департамент такое приложение отдельно от диплома не апостилирует. От уплаты государственной пошлины в соответствии со статьей 333.35 Налогового кодекса освобождаются физические лица, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Также бывшие военно-пленные во время Великой Отечественной войны. Ну, то есть стандартная льготная категория. Ну, вряд ли, коллеги, у вас будет большая такая льготная категория именно по этому основанию. Но здесь тоже необходимо понимать, что на льготу имеет право заявитель. То есть тот человек, который принес вам документы. Если к вам пришло лицо по доверенности, и это лицо не имеет права на льготу, а имеет право на льготу обладатель документа, то здесь это не рассматривается. То есть вот тот, кто вам документы сдает, если он освобожден в соответствии с данной статьей от уплаты, то да, мы принимаем документы бесплатно. Если заявитель не освобожден от уплаты государственной пошлины, а, допустим, его доверитель является ветераном Великой Отечественной войны, то здесь госпошлина все равно уплачивается. Здравствуйте, я подключилась на 30 минут позже, была на приеме, засчитает свой вебинар. Я вам рекомендую в этом случае пройти следующий вебинар, который у нас будет завтра, потому что здесь мы даем основы того, что вы должны знать, и для того, чтобы вам было достаточно информации, чтобы предоставлять услугу, нужно полностью прослушать вебинар. Да, мы уже достаточно много существенных моментов здесь изучили. С госпошлиной понятно, коллеги? Есть ли тут какие-то вопросы по порядку и по принципу предоставления? Отлично, тогда мы идем дальше. Виды документов для проставления апостиля. Когда вы начнете предоставлять услуги, несколько услуг, которые у вас добавятся с 1 сентября, вы столкнетесь с тем, что, в принципе, вот все вот эти органы, и Министерство юстиции, и Министерство иностранных дел, и Департамент образования и науки города Москвы, они, в принципе, занимаются одним и тем же. Они легализуют документы. Да, как они легализуют? Легализуют по-разному и разные документы, но, по сути, своей услуга-то одна. И каждое из этих ведомств, оно легализует определенного вида документы.
Вот Департамент образования и науки города Москвы, он уполномочен проставлять апостиль, подтверждать документы только определенные. И перечень этих документов, он имеется. То есть у вас сейчас на слайде название тех документов, которые подлежат легализации, проставлению апостиля именно в Департаменте образования и науки города Москвы. То есть это документы, выданные в РСФСР с 1922 по 1991 год или в Российской Федерации уже с конца 1991 по настоящее время. То есть вот эти документы, выданные организациями, образовательными научными организациями Российской Федерации РСФСР, можно принимать и направлять для легализации в Департамент образования и науки города Москвы. Тоже необходимо понимать, коллеги, что у нас был Советский Союз когда-то, и все там учебные заведения, научные организации относились к Советскому Союзу, но от Советского Союза в конце 91-92 отделились республики, которые в настоящее время являются независимыми государствами. И, соответственно, если диплом, аттестат, какой-либо другой документ выдан в бывшей Советской Республике, которая сейчас отдельное независимое государство, такой документ Министерство образования и науки города Москвы не легализует, потому что оно не может подтвердить подлинность подписи, печати должностного лица иностранного государства сейчас. Поэтому, соответственно, только те документы, которые выданы в РСФСР либо Российской Федерации. Если документ выдан там в Украинской ССР, в Азербайджанской, Молдавской, да, в одной из тех республик, которые сейчас отдельные государства, такой документ Департамент образования и науки города Москвы не легализует. Какие же документы легализует департамент? Документ об основном и среднем общем образовании. Документ о специальном коррекционном образовании 8 вида. Документ о начальном, среднем и высшем профессиональном образовании. Документ о высшем образовании, бакалавриат, специалитет и магистратура. Документ о послевузовском профессиональном образовании. Документы высшего образования, то есть кадры высшей квалификации. Документ о профессиональном обучении. Документ о повышении квалификации и профессиональной переподготовке. Документ о дополнительном к среднему к высшему образованию. И документы об ученых степенях и ученых званиях. Это документы государственного образца о присвоении ученой степени и документы государственного образца о присвоении ученого звания. То есть это вот те документы легализовывать, проставлять апостиль, на которых уполномочен Департамент образования и науки города Москвы. Вот для того, чтобы вы понимали, что вообще за документы, о каких документах идет речь, это вот к вопросу, который сейчас в чате, да, Департамент образования и науки города Москвы предоставил нам полный список тех документов, которые могут предъявляться. То есть в этом списке 61 документ. И вот коллеги из Департамента образования и науки города Москвы сказали, что вот это наиболее полный перечень документов, с которыми к ним когда-либо люди обращались и которые они легализуют. К вашему ответу на ваш вопрос, документ о специальном коррекционном образовании 8 вида вот здесь перечислено. Свидетельство об окончании специальной коррекционной образовательной школы 8 вида и свидетельство об окончании специального коррекционного класса образовательного учреждения. То есть, коллеги, всегда, когда вы принимаете документы, вы должны сверяться с этим списком. Этот список у нас имеется в базе знаний. И, соответственно, прежде чем отправить документ в Департамент образования и науки города Москвы, вы руководствуетесь данным списком, сверяете, есть ли этот документ в списке, вот этого, состоящем из 61 документа. То есть только их апостилирует Департамент образования и науки города Москвы. Другие документы не апостилируют, потому что образовательные организации и учреждения, они могут выдавать и иные документы. Но их подтверждение, их легализация не входит в полномочия Департамента образования и науки города Москвы. Поэтому всегда руководствуемся данным списком, прежде чем направить документы в департамент.
Напомню, что такое апостиль. Апостиль – это штамп, проставляемый, мы уже с вами сказали, что подтверждение документов об образовании и квалификации ученых, степенях, ученых званиях – это проставление на них апостиля. Да, мы сейчас с вами говорим, коллеги, конкретно про апостиль. То есть если человеку нужно легализовать документ, свой диплом, аттестат, какой-либо другой документ для страны, в котором апостиль не является видом легализации, да, для той страны, которая не присоединилась к Гаагской конвенции, то и направлять документы для легализации нужно уже в другое учреждение, в МИД. Если человеку документ нужен, нужно предъявлять в той стране, которая принимает документы с апостилем, то, соответственно, мы направляем в Департамент образования и науки города Москвы. Апостиль, коллеги, помните и знаете, да, все должны об этом знать, что это штамп, проставленный компетентным органом на российском официальном документе или на отдельном листе, скрепляемом с этим документом, и удостоверяющий подлинность подписи и должность лица, подписавшего документ. В надлежащем случае подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ. Апостиль должен соответствовать требованиям, которые указаны в приложении конвенции, отменяющей требования об легализации официальных документов. У вас на слайде пример того, как выглядит апостиль. В большинстве своем они не проставляют апостиль на сам документ, они прикрепляют данный апостиль на отдельном листе к диплому, прошивают его, там, допустим, диплом, приложение, и вот этот апостиль пришивается, и все конкретно документ весь целиком скрепляется, и заявитель возвращается уже скрепленный вот с таким апостилем на документе. Коллеги, для тех, кто подключается позже, если вы подключились в середине вебинара, то я вам рекомендую просмотреть, посетить еще следующий вебинар, который будет завтра. Потому что в ваших интересах пройти обучение по услуге, вы ее будете с 1 сентября предоставлять. То есть можно и на приеме прослушать, но только это вам не поможет, когда с 1 сентября 2023 года к вам пойдут заявители по данной услуге. Поэтому, пожалуйста, не успели на сегодняшний вебинар, пожалуйста, завтра будет еще один вебинар. На следующем слайде у вас напоминание про то, как выглядит апостиль, что он имеет форму квадрата, апостиль заполняется на русском языке, заголовок должен быть дан на французском языке. Это стандартные требования к оформлению апостиля. Правильно ли я поняла, что эти документы мы не прошиваем сами? Мы не прошиваем сами, коллеги. Они, когда проставляют апостиль, они все прошивают. То есть мы ничего сами с предъявленными нам документами по данной услуге не делаем. Далее, коллеги, какие документы должны быть нам предоставлены? Ну, во-первых, есть две ситуации. Первая ситуация, когда обращается сам обладатель документа. Мы еще раз возвращаю слайд, коллеги. Первая ситуация, когда к нам обращается за получением услуги обладатель документа. Мы с вами уже проговорили, что по данной услуге в МФЦ может обратиться только обладатель документа, либо уполномоченное обладателем документа лицо. Первая ситуация, когда обращается обладатель документа, то есть приходит сам человек, чей документ необходимо подтвердить. Какие документы должен он предоставить? Запрос на предоставление государственной услуги. Форма запроса размещена в базе знаний. Соответственно, вы печатаете, если человек вам не принес заполненный документ, печатаете и выдаете ему для заполнения соответствующий запрос. Далее обратившийся предъявляет нам документ, удостоверяющий его личность. И копию этого документа вы должны приложить к запросу. То есть оригинал документа, удостоверяющего личность, обязательно должен быть вам предоставлен. Если не предоставлен, то предоставлять услугу, направлять комплект документов не нужно.
То есть, когда вам предъявлен оригинал документа, удостоверяющего личность, чтобы Департамент образования и науки города Москвы понимал, что вы видели оригинал документа, необходимо снять ксерокопию с паспорта, с документа, удостоверяющего личность, и поставить на эту ксерокопию штамп «Копия верна». То есть мы делаем две страницы. Страница с фотографией и страницу с пропиской. Ставим на эти страницы штамп «Копия верна». Когда мы проставляем на документы штамп «Копия верна», департамент понимает, что заявитель предъявил вам оригиналы. Если вы не проставляете на документы штамп «Копия верна», то департамент вернет вам весь комплект документов, потому что с причиной, что не были предъявлены оригиналы документов. Поэтому все то, что мы направляем в департамент, а копию документа мы направляем в департамент, мы должны заверить. Штамп «Копия верна». Если к вам обратился иностранный гражданин, то он по данной услуге должен предъявить нотариально удостоверенный перевод паспорта. Вот здесь, коллеги, обязательно, да, должен быть нотариально удостоверенный перевод паспорта. Но нотариус, когда делает такой перевод, заверяет подпись переводчика. То есть нотариус не заверяет верность копии паспорта с оригиналом. Чтобы департамент не отказал, то есть вы забираете нотариально удостоверенный перевод, но при этом вы делаете ксерокопию со страницы паспорта иностранного с фотографией и ставите штамп «Копия верна» на данную страницу. То есть вы прикладываете вот эту ксерокопию первой страницы со штампом «Копия верна» и оригинал перевода удостоверенного нотариусу. Республика Беларусь, также нотариальный перевод. Коллеги, по практике не знаю, если есть коллеги из флагманов, может быть, подскажут, как они делают. В паспорте Республики Беларусь есть страницы на русском, поэтому я думаю, что здесь достаточно приложить просто без нотариального перевода ксерокопию паспорта. По крайней мере, у нас не возникало каких-то таких вопросов, именно касающихся паспорта Республики Беларусь, про то, что там были какие-то возвраты, мне неизвестно. Перевод паспорта берем в оригинале, коллеги, уже сказала. Берем в оригинале, направляем в департамент. Не забудьте, что хоть вы перевод заправляете в оригинале, вы должны сделать ксерокопию с первой страницы паспорта с фотографией, поставить на него штамп «Копия верна». Ну, коллеги подсказывают, что возвратов не было, поэтому, собственно, думаю, что паспорт граждан Республики Беларусь можно без перевода брать. Коллеги, мы знаем, что печать на паспортах Республики Беларусь на белорусском. Мы вам говорим по практике работы с департаментом. Да, у нас не было возвратов или каких-то жалоб по поводу белорусских паспортов, да, что там не переведена печать. Поэтому, соответственно, направляем. Если департамент вернет или будет такая практика, то, значит, будем говорить про то, что нужен нотариальный перевод. Пока таких возвратов не было. Оригинал перевода заявителю не вернут, он останется в департаменте. Коллеги, у них ID-карта теперь. Мы смотрим на документы, да, мы не можем с вами сейчас по всем иностранным государствам пробежаться по их документам, удостоверяющим личность. У кого-то ID-карта, у кого-то нет ID-карты, у них стандартный паспорт. Мы смотрим на документы. Если у вас документ на русском языке, а паспорт, стандартный паспорт гражданина Республики Беларусь на русском языке, то мы перевод его не берем, направляем, потому что он на русском. Но перевод, делаем копию страницы на русском языке, которая... Если в новом паспорте белорусов что-то на иностранном и нет дублирования на русский язык, значит, вы просите нотариально удостоверенный перевод паспорта. Мы со своей стороны говорили сейчас про старый паспорт, стандартный, да, где есть полная страница на русском языке.
Если передают несколько документов, то требуется несколько нотариальных переводов паспорта иностранного гражданина. Нет, коллеги, если дают на апостилирование несколько документов, то вы к первому запросу прикладываете оригинал, к остальным прикладываете ксерокопии нотариально удостоверенного перевода, при этом делаете на них отметку, что оригинал перевода находится в таком-то деле, и указываете номер запроса, к которому вы приложили оригинал перевода паспорта. То есть не нужно говорить, что там принесите 4 штуки. Одновременно сдает несколько документов, значит, к первому приложили оригинал, на остальных ксерокопиях сделали ксерокопии в том количестве, сколько передается документов, на ксерокопиях сделали отметку, что оригинал перевода находится в деле номер такой-то, и указываете номер обращения. С паспортом понятно? Отлично. Идем с вами дальше. Следующий документ, который должен быть вам предъявлен, это документ, подтверждающий изменение персональных данных. То есть если человек, на чье имя был выдан диплом, с момента получения диплома изменил себе фамилию, имя, отчество, то об этом должен быть приложен документ. И документ вам должен быть предъявлен в оригинале. Конечно же, оригинал этого документа вы у заявителя не забираете. Вы делаете ксерокопию с этого документа и ставите на эту ксерокопию штамп «Копия верна». Опять же, когда проставлен штамп «Копия верна», департамент понимает, что был предъявлен оригинал. Поэтому если человек по браку изменил себе фамилию, например, и у вас справка о браке, вы сделали ксерокопию со справки о браке, проставили штамп «Копия верна», оригинал заявителю вернули, ксерокопию направили в департамент. Если человек не предоставил вам оригинал, он может предоставить нотариально заверенную копию. Но тогда эту нотариально заверенную копию вы направляете в департамент. То есть копию с копией не заверяете, берете эту нотариально удостоверенную копию и направляете в департамент вместе со всем комплектом. Далее, одним обязательным документом, который, собственно, ради которого, собственно, все и затевалось, услуга предоставляется, должен быть оригинал документа об образовании и квалификации ученой степени и ученом или ученом звании, на который будет проставлен апостиль. Обратите внимание, коллеги, что Департамент образования и науки города Москвы апостилирует только оригиналы документов. То есть вот если они хотят апостилировать копию, то это не услуга Департамента образования и науки города Москвы. В Департамент образования и науки города Москвы можно направить на легализацию только оригинал документа. Если менялись данные неоднократно, предоставлять все справки о ранее заключенном браке? Конечно, коллеги. Если человек с момента получения диплома 5 раз себе фамилию поменял, значит, нужно 5 справок о браке. Копию нотариального свидетельства о браке вернет, а их нет, не вернет. Если услуга будет оказана положительно, департамент никакие документы не возвращает. Документы возвращаются только в том случае, если будет отказ. Итак, коллеги, возвращаясь к нашей теме, только оригиналы мы направляем в Департамент образования и науки города Москвы. И, коллеги, про отказы будем говорить позже. Да, расскажу позже. В департамент мы направляем оригинал документа образования и квалификации об ученой степени и ученом звании. И если документ, сам диплом, вынимается из твердой обложки, да, то есть есть такие дипломы, у которых обложка отдельно и подложен в обложку сам диплом. Вот если вынимается, то твердая обложка не нужна. Твердую обложку возвращайте к заявителю. Принимаем без твердой обложки сам этот диплом и вкладыш к диплому. Если не отделяется твердая обложка, то есть твердая обложка – это часть документа, то принимаем, соответственно, диплом в твердой обложке. Еще раз вам напоминаю про то, что диплом и приложение к диплому – это единый документ.
То есть вы эти документы берете как один, и одну госпошлину за этот документ заявитель уплачивает. Отдельно диплом без приложения можно апостилировать, а приложение отдельно от диплома апостилировать нельзя. Поэтому, когда человек приходит, уточняйте у него. Надо только ему диплом нужен, либо с приложением. Следующий документ, который необходимо приложить к комплекту документов, направляемых в департамент, это согласие на обработку персональных данных. Обязательный документ по регламенту, коллеги, без наличия такого согласия департамент рассматривать не будет комплект документов. Поэтому, соответственно, опять же, бланк этого согласия есть в базе знаний. Распечатываете и даете заявителю заполнить. Это согласие прикладывается к комплекту документов. И к комплекту документов также прикладывается документ об уплате государственной пошлины. Госпошлина должна быть оплачена до предоставления услуги. И поскольку мы с вами помним, что требовать, в принципе, бумажную квитанцию мы не имеем права, то наличие бумажной, отсутствие, вернее, бумажной квитанции не является основанием для того, чтобы департамент не рассматривал документы. Но тут тоже нужно понимать, что если человек при вас через эквайринг оплатил, то возьмите у него эту квитанцию и приложите. Если у вас один там случай на тысячу, когда человек пришел и сказал, я оплатил, никакую квитанцию вам предоставлять не буду, значит, вы в этом случае говорите, что Департамент образования и науки проверит платеж, и если платеж не будет обнаружен, то, соответственно, услуга не будет предоставлена. Отказ заявителя заполнять согласие является основанием для отказа приема документов. Коллеги, мы будем с вами чуть позже говорить, что отказа в приеме документов по данной услуге у нас нет. Но, и об этом я тоже вам еще раз скажу, скажу сейчас, раз уж мы забежали вперед. Вы при приеме документов должны заявителю разъяснить, что если какие-то определенные документы предоставлены не будут, то услуга не будет оказана. Человек, который к вам обращается за получением данной услуги, если вы ему корректно объясните, что если вы там не сделаете то-то, то-то, не предоставите такие документы, будет отказ, то заявитель сделает так, как необходимо, в большинстве своем, коллеги. Потому что люди, которые... Так, коллеги, нам кто-то тут вышел. Коллеги, если вы нажимаете кнопку «Выйти в эфир», вы попадаете у меня сюда. Кнопка «Выйти в эфир» нужна для того, если вы хотите задать вопрос какой-то лично голосом. Итак, если заявитель отказывается писать согласие на обработку персональных данных, откажет департамент. И вы об этом должны разъяснить. Люди, которые хотят легализовать документы для выезда за границу, им важно сэкономить свое время. Те, кто сталкивался с апостилированием, они уже знают об этом. Поэтому они не будут тратить время до 45 рабочих дней, чтобы просто так, на всякий случай, отправить документы в департамент. Получается, если заявитель хочет апостилировать только диплом, апостиль ему поставили, а потом вдруг через какое-то время решил приложение, то это уже невозможно, так как мы не можем принять документы, на которых уже проставлен апостиль. Ему нужно будет получить новую копию диплома с приложением и отправить его на апостилирование. И, конечно, департамент не будет еще раз проставлять апостиль на том документе, на котором он уже проставлен. Если поставили апостиль на диплом, а вкладыш сказали, что не нужно, но потом выясняется, что необходимо поставить на вкладыш. Ну, точно только что об этом сказала, да, точно такой же. Вы принимаете другой, то есть человек уже получает другой диплом, коллеги, с другим приложением, потому что тот, который он отдал, он уже апостилирован, он уже прошит, и никто его расшивать и заново проставлять апостиль не будет. Поэтому, соответственно, если нужно апостилировать с приложением, человек получает новую копию диплома. Можно приложить заверенную копию квитанции, если заявитель отказывается прикладывать оригинал. Коллеги, ну квитанцию же ее можно, платежное поручение, его же можно распечатать в нескольких экземплярах.
Вот у нас нет понятия оригинал, не оригинал. Оригинал только если Сбербанк, и Сбербанк он принесет платежку там, и то, по-моему, значит, это будет чеком, то просто чек, копия чека. Можете приложить, здесь нет требований, департамент проверит уплату этой государственной пошлины. Лариса, а почему не предусмотрено? Ну, не хочет он отдавать оригинал, да пусть не отдает. Всем добрый день. Ну, не предусмотрено, у нас не предусмотрено, чтобы сотрудник снимал копию станции и заверял ее. Ты имеешь в виду про заверение, да, а просто ксерокопию? Не заверено. Как правило, они оплачивают либо через Сбербанк Акваринг, либо в основном они так оплачивают. Мы же действительно можем, как вы сейчас сказали, распечатать несколько раз и приложить. Это же получается, мы распечатали, приложили, мы сами не заверяем ничего, копию квитанции. Ну, я не знаю, не было таких случаев, но просто я думаю, что Дунем это не поймет этого заверения. Нет, мы заверять не будем, мы просто приложим. Если он, допустим, вам принес там копию платежки из Сбербанка, там пробитую вот эту, да, то есть где они там, ну, приложим эту копию. Департамент все равно проверит уплату. Если он, допустим, с этой одной квитанцией ходит, там несколько документов сдает, они увидят только один платеж, и они не апостилируют ему другие документы. Сами мы квитанции не заверяем, и по общему правилу мы вот распечатываем через эквариум чек и прикладываем его. Да. Больше ничего. Это не было случаев, чтобы в принципе просил сделать копию. Не заверяем. Спасибо, Ларис. Коллеги, здесь понятно? Какие-то вопросы по документам, которые предоставляет сам заявитель, если он является обладателем документа, остались у вас? Отлично. Следующая ситуация, которую мы рассмотрим, когда обращается не сам обладатель документа, а обращается представитель обладателя документа. Я уже вам говорила про то, что представитель обладателя документа может прийти только по нотариальной доверенности. Ну и второй вариант, когда обращается законный представитель, то есть когда, допустим, мама или папа ребенка несовершеннолетнего обращаются для подтверждения документа ребенка. Что в этом случае предоставляется? Ну, также предоставляется запрос на предоставление государственной услуги, заполняется от имени заявителя, который пришел, и в этом запросе указывается, что данный заявитель действует по доверенности. Коллеги, конечно, вы все проверите на практике, да, и практика уже определенно сложилась. И когда расширится у нас перечень центров, она еще и дополнится. Запрос заполняется заявителем, указывается, что он действует по доверенности. Заявитель, который к нам пришел, предоставляет свой документ, удостоверяющий личность. Точно так же это может быть гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства. Если обращается представитель иностранный гражданин, то точно так же должен быть представлен его перевод паспорта нотариально удостоверенный. И этот нотариально удостоверенный перевод мы направляем в департамент. С паспорта мы делаем с первой страницы с фотографией копию, ставим штамп «Копия верна». Еще раз подчеркиваю, потому что нотариус заверяет подпись переводчика. Нотариус не удостоверяет верность копии иностранного паспорта с оригиналом. Он заверяет только паспорт переводчика, поэтому если к вам пришли без паспорта, а только с переводом, вы не можете принять документы. Потому что не представлен документ, удостоверяющий личность. Если представлен, делаете с него копию, ставите штамп «Копия верна» и эту копию вместе с нотариально удостоверенным переводом направляете в департамент. Далее должен быть представлен документ, подтверждающий полномочия заявителя. То есть должна быть предоставлена нотариально удостоверенная доверенность. Доверенность, коллеги, не обязательно должна быть целевой. То есть подойдет и общая доверенность. Да, то есть представлять мои интересы во всех организациях, учреждениях, там, по всем вопросам. Если полномочия по доверенности подходят, то, соответственно, вы можете такую доверенность принять. Не обязательно, чтобы мне было написано, что там представлять мои интересы в департаменте для апостилирования.
Общая доверенность тоже подходит, но обязательно нотариально удостоверенная, либо приравненная к нотариально удостоверенной. И, коллеги, вот здесь очень важный момент, что оригинал этой доверенности мы направляем в Департамент образования и науки города Москвы. Бывают такие доверенности, которые выданы общие, генеральные, и выданы они там на 10 лет на представление интересов там во всех организациях. Очень важно в этом случае предупредить заявителя, что такая доверенность, если результат услуги будет положительный, не вернется заявителю. То есть вы забираете оригинал, и оригинал остается в департаменте, если услуга будет предоставлена. Поэтому если доверенность общая, да, там, на много лет выданная, здесь об этом, о том, что доверенность останется в департаменте, нужно сказать. Если заявитель не хочет оставлять оригинал доверенности, он может предоставить нотариально удостоверенную копию этой доверенности, и вы тогда нотариально удостоверенную копию направите в департамент. То есть вот этот момент важен. Оригинал доверенности либо нотариально удостоверенная копия направляется в департамент и не возвращается. Если к вам пришел на прием законный представитель, то есть отец или мать, то, соответственно, подтверждается под документом, подтверждающим, что он законный представитель, является свидетельство о рождении ребенка. Свидетельство о рождении ребенка вы, конечно же, не забираете в оригинале, вы делаете ксерокопию со свидетельства о рождении, ставите штамп на ксерокопию, что копия верна, и этот документ прикладываете и отправляете в департамент. Тоже по словам сотрудника, представителя департамента, можно, если у человека нет с собой свидетельства о рождении, но ребенок вписан в паспорт, сделать ксерокопию страницы паспорта, где ребенок вписан, поставить штамп «Копия верна» и вместо свидетельства о рождении направить ксерокопию этого паспорта с отметкой «Копия верна». Тоже такое допускается, поскольку, ну, по словам как раз сотрудника департамента. Касается только детей, коллеги, когда мы подтверждаем, что это законный представитель. Далее, помимо вышеперечисленных документов, еще одно отличие данной услуги является то, что даже если к вам приходят представители или обладатели документа по нотариальной доверенности, он должен предоставить документ, удостоверяющий личность обладателя документа в образовании, квалификации, ученой степени, ученом звании. То есть вот хоть есть доверенность, есть паспорт доверенного лица, еще должен быть паспорт доверителя, паспорт обладателя документа. Вы делаете ксерокопию с этого паспорта. Опять же, первая страница с фотографией, страница с пропиской. Ставите штамп «Копия верна» и направляете в департамент. Если нет документа, удостоверяющего личность обладателя документа, департамент откажет. Да? Поэтому, соответственно, документ, удостоверяющий личность, должен быть предъявлен. Если вдруг нет документа, удостоверяющего личность в оригинале, там гражданина Российской Федерации, то может быть предъявлена нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, и эта копия направляется в департамент. Коллеги, меня слышно, видно, а то пишут, что зависло. Угу. Хорошо, продолжаем. Если у кого-то технические проблемы, то можно попробовать перезайти на вебинар. Далее, также должен быть представлен оригинал документа об образовании, квалификации или ученой степени, ученом звании. Уже говорили про это, что если необходимо получить услугу именно в Департаменте образования и науки города Москвы, то это только на оригиналы документов. Спасибо, коллеги, поняла, что все хорошо. Также, если обладатель документа изменял свои персональные данные, фамилию, имя, отчество, то должны быть представлены документы, подтверждающие изменение персональных данных. Вы делаете ксерокопию с этих документов, ставите на них штамп «Копия верна» и направляете эти документы в департамент. Согласие на обработку персональных данных в этом случае заполняет представитель и ставит свою подпись. Также прикладывается квитанция об уплате государственной пошлины, если она имеется. Да? Ну, я опять же призываю к тому, что всегда прикладывать эту квитанцию, и только в крайних случаях, когда заявитель никак не предоставляет квитанцию, да, там, говорит, оплатил и все.
направляете в департамент, но предупреждаете, что если департамент проверит, не увидит уплату, то, соответственно, откажет. Будьте внимательны, коллеги, касаемо государственной пошлины, вы будете предоставлять несколько услуг похожих, и если вы предоставляете услугу Департамента образования и науки города Москвы, то и пошлина должна быть уплачена на реквизиты Департамента образования и науки города Москвы. Если человек оплатил государственную пошлину не на те реквизиты, он потом может возвращать госпошлину, но ему для этого заявление нужно направлять непосредственно в ведомство. Далее момент еще какой. Квитанция, коллеги, госпошлина должна быть уплачена заявителем. То есть если к вам пришел заявитель по доверенности, а госпошлина оплачена обладателем документа, департамент не будет эту услугу предоставлять. То есть он вернет. То есть пошлина должна быть уплачена заявителем, тем лицом, которое приходит к вам подавать документы. Если пошлина уплачена обладателем документа, то есть вы говорите следующее, что пошлина должна быть уплачена заявителем, а обладатель документа ту пошлину, которую оплатил, может вернуть, направив заявление в ведомство, в Департамент образования и науки города Москвы. То есть вот тот, кто документы принес, и квитанция должна быть от его имени. Документ, удостоверяющий личность ребенка до 14 лет, свидетельство о рождении. Вы сказали, что можно приложить страницу в паспорте о детях. Это касается только детей от 14 до 18 лет, у которых документ, удостоверяющий личность, это паспорт. Или до 14 лет тоже можно только копию страницы о детях. Нет, коллеги, то есть если мы говорим о свидетельстве о рождении как о документе, удостоверяющем личность, мы прикладываем ксерокопию документа. Копию паспорта можно приложить только в том случае, с отметкой о детях, только в том случае, если нужно подтвердить, что вот это мама, и она законный представитель. А если представитель пришел, то на него квитанцию. Коллеги, я только что об этом сказала. Вот кто пришел к вам, кто является заявитель, в данном случае мы говорим с вами, что представитель – это заявитель. Заявитель – это тот, кто пришел к вам в МФЦ в окно и принес документы. Есть заявитель, а есть обладатель документов. Не всегда это одно и то же. То есть если обладатель сам пришел, то он ваш заявитель. Если пришло лицо по доверенности, то ваш заявитель тот, кто пришел по доверенности. Квитанция должна быть оплачена от имени заявителя. В заявлении штамп принято мы не ставим. Об этом сейчас покажу вид запроса, вы увидите все. Непонятно, пожалуйста, о ребенке подробнее. Пожалуйста, выйдите в эфир, Светлана, задайте вопрос, который вам непонятен. Либо напишите так корректно, чтобы я могла понять, что именно вам непонятно. Коллеги, страница в паспорте о детях нам достаточно тогда, когда нужно подтвердить, что обращается мать ребенка. Допустим, ребенку 15 лет, пришла мама, страницу в паспорте, мне принесла свидетельство о рождении. Делаем страницу в паспорте с детьми, ксерокопируем, прикладываем. Еще раз, коллеги, вопрос в том, вот когда мы берем копию паспорта с отметкой о детях, когда нам нужно подтвердить, что к нам обращается законный представитель. Для этого это по разъяснениям департамента, что им этого достаточно. Если пришел представитель заявителя, то заявителем является представитель. И госпошлина должна быть оплачена от имени представителя, верно? Верно, коллеги, об этом я вам и говорю. Кто пришел, тот и платит.
С переводом свидетельства о рождении также забираем оригинал. В случае положительного решения не возвращается. Да, все нотариально достоверные переводы документов, если они иностранные, мы переводы забираем в оригинале. Часто в паспортах ребенок вписан, но не стоит печать МВД. Здесь не было никаких пояснений от департамента. Они не говорили, что им обязательно нужна эта отметка. Они говорили только про страницу в паспорте с вписанными детьми. Опять же, коллеги, вы должны понимать, что почему департамент принимает эту страницу. Потому что они по межведу потом это проверяют. И вот этот момент, что человек является законным представителем, если не приложено свидетельство о рождении, они будут проверять по межведу. Поэтому если свидетельство о рождении есть, то сделайте ксерокопию. Заверьте, поставьте штамп, копия верна. Чтобы время сэкономить и себе, и сотрудникам департамента. И заявителю, да, чтобы он быстрее получил результат. Мама принесла свидетельство об окончании 9 классов, 15 лет. Свидетельства нет, копии паспорта достаточно, правильно? Копию паспорта достаточно для того, чтобы подтвердить, что мать законный представитель, вы делаете страницу в паспорте, где у нее вписан ребенок. Коллеги, вы путаете два документа. Документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия. Мы говорим про разные документы. То есть для того, чтобы подтвердить, что мать законный представитель, достаточно страницы в паспорте. Если документом, удостоверяющим личность ребенка, является его свидетельство о рождении, ребенок до 14 лет, то вы прикладываете свидетельство о рождении. Не поняла ответ. Если просто ручкой вписан ребенок и нет печати, принимаем? Принимаем, коллеги. Департамент проверяет еще раз это через межвед. Если будет нотариальная доверенность и копия паспорта обладателя документов, будет отказ? Не поняла, почему отказ в этом случае? Копия паспорта не заверенная? Будет отказ. Вы не сможете поставить отметку «штамп, копия верна», но департамент откажет. То есть если вы не видите оригинал документа, то и на копию вы не можете поставить «штамп, копия верна». Если штампа «копия верна» не будет, то, соответственно, придет отказ из департамента. Я думаю, имеет в виду паспорт ребенка от 14 до 18 лет. Коллеги, документ, удостоверяющий личность обладателя документа, должен быть... Разобрались с детьми, с паспортами. Выше был вопрос про доверенность от мамы. Так можем принять? Не поняла, где тут выше. Продублируйте вопрос. Не поняла ваш вопрос про доверенность от мамы. А если свидетельство о рождении получили в другой стране, то будет достаточно, что ребенок вписан для подтверждения родства? Не будет достаточно, коллеги, в этом случае. Потому что департамент через межвед не сможет проверить. Почему я вам сказала про копию паспорта с отметкой о ребенке? Да, вот если кому-то сложно, вы можете это вообще забыть и про это не вспоминать. Потому что здесь департамент нам пошел навстречу, чтобы не выносить лишние отказы. То есть у них есть возможность проверить наличие детей. И они тут руководствуются страницей в паспорте и все равно производят проверку. Если, конечно, документ ребенка иностранный, они не смогут проверить. Поэтому здесь должна быть копия. Если придет лицо по доверенности от мамы сдавать документы об образовании ребенка, можем принять? Конечно, если к вам придут по доверенности от законного представителя, то, конечно, можно. То есть она является законным представителем своего ребенка и дала доверенность кому-либо для того, чтобы
легализовать его документ. Коллеги, здесь понятно? Коллеги, еще раз вам про официальные отказы про госпошлину. Я уже говорила, что я позже про это расскажу. Мы до отказов еще не дошли. У нас с вами впереди еще полвебинара. Отказы тоже бывают разные. Когда мы дойдем до отказов, я вам расскажу про госпошлину. На следующем слайде у вас пример оформления запроса. Запрос печатаете из базы знаний. Ну, забегая вперед, скажу, что мы данную услугу предоставляем в Азгуф. И вы данный запрос оформляете путем распечатки его из базы знаний, и заявитель его вручную заполняет. На запросе обязательно проставляется регистрационный номер МФЦ. Причем обратите внимание, что... В запросе два номера, то есть регистрационный номер верхний – это номер департамента, и есть регистрационный номер МФЦ. Это тот номер, который присваивается в АСГУФ. То есть вы этот номер после регистрации заявления в АСГУФ вписываете в нужную строку. Штамп «принято» мы на запросе не ставим. У нас по соглашению не указано, что мы сюда проставляем штамп «принято». Если пришел обладатель, заполняется запрос от обладателя. Если пришел представитель обладателя, то, соответственно, заполняется от имени заявителя, от имени представителя, и указывается, что человек действует по доверенности от обладателя документа. Если приходит доверенное лицо за иностранного гражданина, который учился в московском вузе, я поняла, что заберут и не вернут нотариальный перевод паспорта и заберут и не вернут доверенность в оригинале. Но доверенность выдана в Узбекистане. Подойдет она? Если доверенность выдана в Узбекистане, она также должна быть, если она не на русском, переведена на русский язык, перевод должен быть нотариально удостоверен, доверенность заберут в оригинале и не вернут. Возвращаясь к заявлению. В базе знаний в образце заявления штамп принято стоит. Ларис, может быть, там остался изначальный образец, потому что я помню, у нас было в самом начале про штамп принято что-то. Да, потому что у нас в 546-м постановлении правительства указано, что при приеме заявления запроса сотрудник ставит штамп принято на запросе заявления. Но потом, уже в сложившейся практике, департамент образования науки нам сказал, что для них это не надо, и им важно, что у нас есть регистрационный номер на заявлении, что он зарегистрирован в нашем программном комплексе, и поэтому они нам сказали, что нам не нужен этот штамп. Тогда из базы знаний, наверное, надо убрать, да? Правильно, актуальную информацию в базу знаний. Спасибо, что нам донесли информацию, исправят образец в базе знаний, без штампа принято будет запрос. Далее, коллеги, смотрим на запросы. Что еще здесь важно? Важно для департамента, чтобы запрос был заполнен разборчиво. Особенно это касается адреса заявителя. И если вы обратите внимание, в запросе указывается электронная почта заявителя. На электронную почту департамент в том числе направляет уведомления, если... продлевает срок рассмотрения, если отказывает без рассмотрения комплекта документов по существу, то есть заявитель уведомляет. И почта должна быть обязательно написана разборчиво, так чтобы департамент понимал, куда необходимо направлять информацию. Да, то есть чтобы было читаемо и было понятно. Далее в запросе есть такая графа, которая тоже должна быть обязательно заполнена, что представленный документ содержит или не содержит технические повреждения.
Здесь тоже, забегая вперед, скажу о том, что Департамент образования и науки города Москвы, он апостилирует документы, даже если на них есть технические повреждения. Но опять же, смотря какие. Если техническое повреждение не изменяет смысл документа, да, и смысл документа читаем, все понятно, да, то есть они все равно его апостилируют, даже если, допустим, он надорван слегка. В отличие, допустим, от архивно-информационного отдела управления ЗАГС Москвы, который такие документы не апостилирует. Вот департамент апостилирует, но при этом, если вам сдали документ, который содержит технические повреждения, об этом нужно прописать в запросе. То есть либо вы прописываете, что не содержит, что целый документ вам отдали, либо вы прописываете, что содержит, потому что документ вернется, порванный, например, и человек вам скажет, а чего вы мне порванный документ отдаете? Да, я вам сдавал нормальный. Поэтому, соответственно, если мы принимаем документы, содержащие незначительные технические повреждения, но при этом об этом делаем информацию, вернее, человек сам прописывает эту информацию в запросе. Коллеги, а у нас презентация, разве уточняю образцы заявки, а в презентации там выложена в базе знаний вот эта презентация? Она просто неоднократно уже правилась. Ларис. Если там выложена эта презентация, ее убрать надо. Сейчас посмотрим, проверю, я выложена на презентации. Ну, вообще... Потому что эта презентация уже неоднократно изменялась. Мы, собственно, поэтому презентации учебного центра и не выкладываем, мы их меняем периодически. Сейчас проверю, если она есть, то мы, конечно же, тогда уберем, то есть мы не выкладываем презентацию. Коллеги, возможно, была презентация. Вообще в учебном центре нет практики выкладывания презентаций учебных, потому что все эти презентации, они неоднократно правятся, исходя из сложившейся практики. Мы вот даже эту презентацию, я даже накануне уже несколько раз переделывала, что-то в нее дополняла с учетом того, что, какая практика у нас сейчас. Поэтому, собственно, учебной презентации, как правило, нет. Ну, отдел мониторинга посмотрит, какая там презентация лежит, и неактуальную информацию уберет. Если заявитель откажется писать, что документ содержит повреждения, а почему он откажется писать, коллеги, если он вам приносит рваный документ, допустим? Почему он должен отказаться писать? Ну, то есть вы же не просите его указать что-то другое, если он принес вам документ поврежденный. Не было у нас за все наше предоставление данной услуги вот такого вопроса, что какой-то заявитель отказался писать данную информацию. Далее на запросе обязательно должна быть проставлена подпись заявителя. Без подписи, соответственно, запрос не будет рассмотрен. А если документ склеен скотчем, принимаем? Коллеги, мы принимаем документы, у нас нет отказов в приеме документов по данной услуге, но мы должны заявителя предупредить, что, скорее всего, вам будет отказано. Мы за Департамент образования и науки города Москвы не можем определить, проставят они апостиль или не проставят. Но мы же должны объективно понимать, что если, допустим, оторван кусок документа, в котором были какие-то данные прописаны, то, конечно, такой документ департамент не легализует. Или он там порван был на мелкие кусочки, а потом склеен. То есть ваша задача корректно донести до заявителя, что возможен отказ. Если мы забираем оригинал доверенности, то как доверенное лицо получит результат? Результат получит то лицо, которое вам сдавало документы. То есть вы его полномочия проверили, когда принимали документы. И тому же человеку, который вам их сдавал, вы их отдадите. То есть он придет к вам, и по его заявлению вы отдадите документы, доверенность вам уже не будет нужна.
Коллеги, еще раз про отказы будет позже. На следующем слайде у вас пример того, каким образом должны быть заверены копии документов. То есть если вы направляете документы в департамент, то обязательно представляете штамп «Копия верна» с фамилией, именем, отчеством сотрудника, датой и подписью сотрудника. Копии паспортов, копии свидетельств, подтверждающих переход фамилии, копии справок, все то, что вы направляете, должно быть заверено штампом «Копия верна». Печать никакая не проставляется, достаточно штампа. Если отметки о том, что копия верна, на документах нет, то департамент вернет вам документы с формулировкой, что не были предъявлены оригиналы. А если доверенное лицо, которое сдало, уехал или, не дай бог, умер? Коллеги, по поводу результата. Получить может тот, кто сдавал. Если тот, кто сдавал, получить не может, то может дать доверенность другому лицу на получение документа, если изначальная доверенность, по которой он действовал, была с правом передоверия. Если вдруг произошло такое, что тот, кто сдавал, умер, такой ситуации у нас еще не было. Здесь, скорее всего, мы вернем документы в департамент, и обладатель пойдет уже в департамент и будет разбираться, как ему получить свой диплом. Я думаю, что, скорее всего, это будет здесь так. Потому что мы отдаем результат заявителю. Если заявитель действовал изначально по доверенности с правом передоверия, то может дать кому-нибудь другому нотариально достоверенную доверенность на получение результата. Если вы направляете несколько страниц, то на каждой ставите штамп «Копия верна». Эльмира, вы попросились в эфир, да, я вас слушаю. Или вы случайно вышли в эфир? Эльмира? Я так понимаю, что случайно. Далее, коллеги, что необходимо помнить? Для проставления апостиля принимаются оригиналы документов. Мы про это проговорили. Да? Департамент легализует только оригиналы, выданные на территории Российской Федерации или РСФСР. То есть вот здесь вот такие документы должны быть. Как я уже сказала, отказ в приеме документов по 546 постановлению у нас не предусмотрен. Отказ выносит департамент. Но при приеме документов мы должны предупредить заявителя о том, что, возможно, будет отказ. Если предъявляются документы, которые были заламинированы, разламинированы, да, то есть документы, которые содержат ламинацию, документы, которые содержат подчистки, подписки, зачеркнутые слова, иные исправления. Вот здесь нам тоже коллеги из департамента говорили про то, что бывают ситуации, когда, допустим, в приложении к диплому исправлено, например, вручную количество часов, да, сколько человек прослушал. Вот если в приложении к диплому исправлено количество часов вручную, то такие документы они легализуют. Если, конечно же, в самом дипломе исправлено там ФИО заявителя или еще что-либо, да, допущены какие-то подчистки, исправления, то, конечно, такой документ не будет легализован. Далее, если документы содержат повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание. А то есть такие технические повреждения, которые не позволяют прочитать, что в документе написано. Если оттиск печати на документе не читаем, не отчетлив, да, то есть невозможно прочитать.
Опять же, конечно же, департамент будет принимать решение самостоятельно, исходя из каждого конкретного документа. Но если вы видите, что, допустим, печать вообще не читается, она выцвела, то, конечно, на такой документ департамент апостиль не проставит. Также департамент не проставит апостиль, если квитанция оплачена не заявителем, не тем человеком, который к вам обращается. И, конечно же, не проставит апостиль, если госпошлина оплачена на неверные реквизиты. И еще один вариант отказа, если документы об обучении или иные документы не являются документами в образовании или квалификации, ученом степени и ученом звании, выданными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Вот здесь, коллеги, речь идет о всяких возможных справках об обучении. Да, там прошел такие-то курсы, обучился там тому-то, или просто образовательное учреждение выдает справку, что в такой-то период обучался в такой-то организации. Да, вот такие документы департамент не апостилирует. Еще раз говорю про то, что прежде чем документ принимать, сверяйтесь списком в базе знаний, который содержит 61 документ, который легализуется. Забрать результат можно без перевода паспорта иностранному гражданину, если его перевод забрали. Если обращается тот же заявитель, то я тут полагаю, что можно ему отдать без перевода, потому что, во-первых, у вас и виза есть, да, и вы можете определить фамилию, имя, отчество, что это он к вам обращался. А если попросит письменный отказ? Коллеги, еще раз вам говорю про то, что у нас нет отказа в приеме документов. Но это не значит, что вот то, что я вам принесла, да, вы посмотрели и вообще мне ничего не говоря, взяли документы, отправили в департамент. То есть, когда вам документы предоставляют, вы должны оценить эти документы. Если есть какие-то из вот этих моментов, про которые только что проговорила, об этом надо заявителю сказать, потому что человек потеряет время, а ему срочно выезжать. Если вы видите, что, скорее всего, будет отказ, разъясните об этом человеку. Это в его интересах, как можно быстрее устранить проблему. Коллеги, академическая справка – это справка, которая выдается вместо аттестата. Да, когда была такая ситуация, что человек не сдал экзамены, и ему не дали аттестат, а дали академическую справку. Вот этот документ, и об этом документе идет речь. Ну, насколько я это понимаю, Ларис, правильно? Лариса сейчас к нам вернется, подтвердит или опровергнет. Академическая справка. Правильно, конечно. Правильно, это та справка, которая выдалась вместо аттестата человеку, которому не выдался аттестат. Это этот документ. Это документ об образовании. Он не об обучении. Он об образовании. И этот документ подлежит, он есть в списке, он подлежит апостилированию. Мы обязаны сверять реквизиты оплаченной пошлины? Конечно, обязаны, коллеги. Это обязанность сотрудника. Ну, во-первых, они в большинстве случаев оплачивают при вас. И если вы им дали неправильный реквизит или неправильно в эквайринге выбрали, то, конечно, как бы чья это ответственность? А вернуть-то они могут только лично, обратившись в департамент, поэтому будьте внимательны. И если они вам предоставляют оплаченную квитанцию, и она оплачена на другие реквизиты, конечно, вы должны сверять, какую вам квитанцию дали. Вы проговорили, что есть определенный список документов, если заявители просят отказ. Коллеги, я еще раз вам говорю про то, что отказ в приеме документов не предусмотрен. Но еще и опять же подчеркиваю, что вы не можете просто брать и молча отправлять то, что вам принесли. Вы столкнетесь с той ситуацией, когда люди к вам будут приходить и будут говорить, что им нужны такие-то документы для такой-то цели. А вы им должны подсказать, куда направлять. Департамент образования и науки города Москвы, в Минюст России или в МИД Российской Федерации. То есть в зависимости от того, для чего и куда человек будет этот документ предъявлять. Да, оригинал документа нельзя апостилировать в ДОМНе.
он не входит в этот список. Но, значит, его можно апостилировать в Минюсте Российской Федерации. И можно направить эти документы для апостилирования не в Департамент образования и науки города Москвы, а в Минюст. На первом вебинаре вам рассказывали, какие документы Минюст может апостилировать в оригиналах, какие документы может апостилировать в копии. А если человеку нужен документ для предоставления в иностранное государство, где вообще, которое вообще не вступало в конвенцию Гаагскую, то, соответственно, ему нужно документы легализовывать в МИДе. И это другая услуга. Поэтому здесь вы у человека спрашиваете, вы с ним разговариваете и поясняете ему, как правильно. Это ваша задача, как грамотного специалиста, разъяснить ему, куда какой документ можно направить, чтобы получить результат положительный. А не просто взять документы, куда-либо их отправить. Ну, откажут, так откажут. Нам-то какая разница, мы просто принимаем. Идем дальше. И на следующем слайде у вас перечень рекомендаций. То есть, если, допустим, предоставлен ветхий заламинированный документ, нечитаемый, и вы понимаете, что его такой документ не легализует, то необходимо получить, рекомендовать, заявить, рекомендовать коллеге, то есть правильно проконсультировать. То есть если я вижу, что нечитаемый диплом, да, там фамилия не читается, печати вообще нет, потому что она выцвела, то мы говорим, что для того, чтобы легализовать такой документ, необходимо получить дубликат. Но опять же нужно подходить к этому вопросу с точки зрения здравого смысла. Если документ читаемый, да, то, в принципе, департамент достаточно часто документы легализует. Получить дубликат диплома об образовании, квалификации, ученой степени, ученом звании не так просто, потому что получить его можно только в том учебном заведении, в том регионе, где изначально документ выдавался. Да, выдавался в Самарской области, значит, и нужно обращаться в Самарскую область. Если такого учебного заведения уже не существует, то обращаться нужно в организацию правоприемник. Если и правоприемника нет, тогда нужно обращаться в департамент образования соответствующего региона и выяснять, где можно получить дубликат непосредственно в департаменте или в каком-либо другом учреждении. Если государственная пошлина оплачена не заявителем или на неправильные реквизиты, необходимо пояснить, что нужно оплатить пошлину от своего лица и на правильные реквизиты. Если представлена нотариально удостоверенная копия документа об образовании и квалификации, то разъяснить необходимо заявителю, что Департамент образования и науки города Москвы легализует только оригиналы документов. Сейчас дубликаты о высшем образовании не выдают, а только по запросу справкой подтверждают такое обучение. Вообще, коллеги, такого не знаю. И когда мы с департаментом образования разговаривали, не было такой информации. Если я, допустим, потеряла свой диплом, я что, не могу получить дубликат? Борис? Я тоже не слышала такой информации. Выдают дипломы, дубликаты дипломов с приложениями. И также их обстоятельства. Возможно, что-то было именно с вашей организацией, да, и именно в вашем конкретном случае по какой-то причине не выдали, но такого, чтобы никто не мог получить дубликат своего диплома, такой информации вообще не предоставлялось. Ну, я тоже не слышала. Может быть, как бы коснулось лично вас, но, может быть, там не сохранился архив, невозможно было подтвердить. То есть какая-то была ситуация, которая касалось лично вас, лично вашего учебного заведения. Но такой информации, что все образовательные организации не выдают документы, повторные документы об образовании, дипломы о высшем образовании, такой информации у нас нет. Далее. Если предоставлен документ, выданный организации, которая осуществляла образовательную деятельность, но проставление апостиля на таком документе не предусмотрено, не отнесено к компетенции Департамента образования и науки города Москвы. То есть вы смотрите документ, а он не попадает вот в этот список из 61 документа. То можно принять заявление по другой услуге, то есть проставление апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации.
То есть услуга Минюста у нас еще есть, да, тоже услугу, которую вы будете предоставлять с 1 сентября 2023 года, не подходит для департамента образования, можно направить и проставить апостиль в Министерстве юстиции. Опять же, там нужно смотреть, какие-то документы Минюста апостилируют в копиях, какие-то в оригиналах, зависит от документа. Далее, если представлен документ, который имеет технические повреждения, опять же, тоже с точки зрения здравого смысла оцениваем. Если они незначительные, то просто вносим информацию, заявитель вносит информацию об этом в запрос о том, что предоставлен поврежденный документ. Чтобы не было потом вопросом, почему вы мне там отдали рваный. А на следующем слайде, коллеги, у вас пример документов, которые не подлежат апостилированию в Департаменте образования и науки города Москвы. Вот наиболее частый документ, который пытаются отправить в Департамент образования и науки города Москвы, это сертификат специалиста. И вот сертификат специалиста именно по медицинской специальности. Он там выдается всякого рода медицинскими колледжами, медицинскими учреждениями, и вот по объяснениям департамента, вот этот документ, он не является документ, он не выдается по результатам прохождения обучения, да, он не является документом об образовании, поэтому они его не апостилируют. То есть вот такой документ, сертификат специалиста, вот со змеей, да, выданной медицинской организации, может апостилировать Минюст, но не департамент. То есть вот такой документ в Департамент образования и науки города Москвы не направляете. Ну и плюс ко всему всякого рода справки об обучении, да, про которые мы говорили, вот такие документы не апостилируются в Департаменте образования и науки города Москвы. Коллеги, напишите, звук есть? Спасибо, да, коллеги, за обратную связь. Написала, что только у вас пропал звук и необходимо перезайти. На следующем слайде еще пример тех документов, которые не апостилируются в Департаменте образования и науки города Москвы. Вот такой документ, он не апостилируется. Да, это не документ об образовании или квалификации. Да, это вообще вот просто какой-то негосударственный акваспас. Да, этот документ не подлежит апостилированию. Вот такой диплом. Вроде бы на нем и стоит печать образовательного учреждения, но это не документ об образовании, коллеги. Вот более... В увеличенном виде тот сертификат специалиста, про который я вам говорила. Медицинский колледж, сертификат специалиста, змея вот эта со здравоохранением. Это не документы списка Департамента образования и науки города Москвы. Вот такой документ можно отправить в оригинале на апостилирование в Минюст, но не в Департамент образования и науки города Москвы. Тоже вот такой диплом, просто напечатанный, да, даже без печати, не апостилируется. Вот такой диплом. Тоже документ не является документом образования или квалификации. Показала вам документы, образцы которых у нас имелись, и такие документы коллеги вам приносят, да, то есть откуда мы их взяли. Это те документы, которые приносят на прием. И вы должны понимать, что не все из этих документов мы принимаем даже для легализации в каком-либо виде.
да, там даже в копии или в подлиннике и направляем в какое-то ведомство. Я не говорю сейчас про департамент образования, с ним понятно, там 61 документ. Но даже Минюст некоторые документы не будет легализовывать. Для того, чтобы вообще правильно предоставлять услугу, нужно ознакомиться с нормативной базой, нужно ознакомиться с перечнем документов, которые, в принципе, являются подлежащему вывозу с территории Российской Федерации. Да, то есть, чтобы вы поняли, для того, чтобы услугу правильно предоставлять в комплексе, нужно всю нормативную базу изучить, чтобы понимать, что есть документы, которые, в принципе, не подлежат вывозу за пределы Российской Федерации, и на них, соответственно, ничего не проставляется. Например, там трудовые книжки, они четко прописаны, что они не подлежат вывозу, или там военные билеты. Да, поэтому для того, чтобы правильно понимать и правильно работать с заявителями, недостаточно просто прослушать вебинар. То есть вы должны ознакомиться со всей нормативной базой, которая касается проставления апостиля по всем трем услугам. В перечне документов есть свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Апостилируется все-таки он. Для того, чтобы сказать вам про конкретный документ, нужно его видеть. Вот, скорее всего, здесь речь идет о присвоении квалификации такого-то. Да, там в документе будет прописано, что присвоена квалификация такая-то. Если документ является документом квалификации, то да, он апостилируется. Обычно, коллеги, надо видеть документ. И когда вы начнете предоставлять услугу, вас добавят в соответствующий чат, где можно будет, если вы вообще полностью сомневаетесь, апостилируется, не апостилируется, попросить помощи у коллег из управления, и они с департаментом свяжутся и уточнят, если предъявляется какой-то такой документ, который вы не можете отнести к перечню из 61-го. Просто по названию, да, не видя сам документ, какой организации он выдан, какая стоит на нем печать, о чем он документ, о квалификации, о присвоении квалификации или еще о чем-либо сказать нельзя. То есть документ нужно смотреть. Коллеги, если вы говорите про вот этот документ, сейчас я верну. Он вообще выдан не государственным учреждением, а Кваспас. Апостиль проставляется на российских официальных документах, которые исходят от органов власти. Да, посмотрите на печать этого документа, кем он выдан. Поэтому такой документ, он не... Поэтому я вам и говорю, что надо видеть документ. Такой документ, вот, про который сейчас спрашивают, он был представлен ранее уже в чате услуги ТУНМ, Минюста, МИДа. Он вообще в твердой обложке идет. Поэтому вы его не спутаете. Там и печать действительно будет, вот, как Татьяна говорит, государственное учреждение. И оно будет идти в твердой обложке. Вы сразу посмотрите по списку и поймете, что он подходит для подтверждения. То есть, ну, если вот то, что полностью глубоко услугу изучать, то надо, конечно, читать административные регламенты и вот в документах, в административных регламентах и департамента, и в двух административных регламентах о легализации документов об образовании и квалификации ученых в степенях и ученых званиях прописано, какие документы они легализуют. И вообще во всех нормативных документах, даже в общих, написано, что есть ведомства, которые могут сами легализовывать свои документы, какие документы прописаны. И всегда, когда мы говорим про проставление апостиля, речь идет про проставление апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации. То есть не каждый документ можно апостилировать, да, который там выдан какой-то частной организацией. То есть здесь тоже нужно это понимать. Далее, коллеги, что делает сотрудник МФЦ при приеме документов? Он устанавливает тождественность лица, изображенного на фотографии, содержащейся в документе, непосредственно с личностью заявителя. Да, то есть мы проверяем, кто к нам пришел. В случае, если обращается представитель заявителя, необходимо проверить документ, удостоверяющий его личность, а также документы, подтверждающие его полномочия.
Дальше необходимо принять заявление и направить документы, вернее, принять заявление и иные документы, которые необходимы для предоставления госуслуги. То есть мы берем, делаем ксерокопии, все проверяем, чтобы у нас все документы, которые в подлинниках там должны быть представлены, были представлены. Дальше информируем заявителя о том, что необходимо платить пошлину, помогаем ему оплатить эту пошлину, если это необходимо. Проверяем правильность заполнения запроса, да, потому что заявителям в некоторых случаях требуется оказать содействие в заполнении. Представляем отметки на копиях документов, ставим, что копия верна, если нам предъявлены оригиналы. Регистрируем запрос, сканируем заявление и иные документы в ОСГУФ. Готовим расписку в 3 экземплярах, каждый из которых подписывается работником в МФЦ и заявителем. Далее выдаем на руки заявителю 1 экземпляр расписки, формируем комплект документов, состоящих из заявления и всех остальных документов, которые мы отксерокопировали, заверили, да, и оригинал документа, который подлежит легализации и для передачи в департамент. По соглашению в срок не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем приема заявления, необходимо направить документы в Департамент образования и науки города Москвы. Но, коллеги, здесь опять же, хоть у нас есть эти 2 дня, то есть не держите у себя документы. Сейчас из-за больших обращений по легализации документы из ведомств и так поступают с большими задержками. Поэтому не нужно держать у себя документы 2 дня. То есть приняли, отправили. И не успевает департамент и другие ведомства, которые легализуют документы, вовремя это отработать. И заявителя срок и так увеличивается. Поэтому не нужно держать у себя 2 рабочих дня. По возможности, конечно же, приняли, направили в этот же день. Отказ в приеме документов в МФЦ не осуществляется. Уже про это говорила. По 546 постановлению мы не отказываем. Но при этом, если есть какие-то обстоятельства, мы понимаем, что департамент не легализует документ, мы об этом заявление предупреждаем. Программу сканировать документы обязательно или достаточно перечислить? Мы сканируем документы в программу, коллеги. Расписку тоже направляем в дом. Да, у нас 3 экземпляра расписки. Одна заявителю, одна у нас, одна в департамент. Далее, результат. Результатом предоставления услуги может быть документ об образовании или квалификации, или обученной степени, ученом звании, содержащий проставленный апостиль. Это тот результат услуги, на который нацелен заявитель. Да, то есть все должно быть хорошо, и на документ должны проставить апостиль. Если по какой-то причине департамент отказывает в проставлении апостиля, то, соответственно, придет уведомление об отказе в подтверждении документа. Бывает, что и уведомление об отказе в подтверждении документа, оно придет в том случае, если есть основания для отказа, которые перечислены в административном регламенте. Мы сейчас про них поговорим с вами чуть позже. Вот во всех других случаях департамент не присылает официальный отказ, а присылает уведомление о возврате с комплектом документов, оставленных без рассмотрения по существу, или уведомление об отказе в приеме с комплектом документов. 2 вида вот этих уведомлений, честно говоря, даже не очень сама так и поняла, чем они друг от друга отличаются, но суть в том, что это не официальный отказ, а возврат просто документов без рассмотрения. И в этом случае, если приходит неофициальный отказ, то можно вернуть государственную пошлину или воспользоваться этой государственной пошлиной еще раз. Ну, то есть, например, вы направили документы в департамент и не заверили копию паспорта. И они не рассматривают, они просто сразу возвращают. И заявитель, соответственно, может еще раз подать. Да, или там не приложили доверенность, например. Они вернули, даже не рассматривая. Да, можно еще раз подать. А вот если берет официальное уведомление об отказе в подтверждении документа, то это будет результат услуги. И в этом случае госпошлина уже не возвращается. То есть этой госпошлиной уже воспользоваться
будет невозможно. Когда у нас приходит официальное уведомление об отказе от подтверждения документа, они всегда ссылаются на определенный пункт административного регламента. Невостребованные документы, если заявитель не получил эти документы, хранятся в МФЦ 30 календарных дней. По истечении срока хранения документы передаются в Департамент образования и науки города Москвы. Бывают такие ситуации, когда вы открываете конверт с поступившими документами и видите, что документ, который к вам поступил, содержит какие-то недостатки. Не стоит печать, там, подпись сотрудника департамента. В этом случае, конечно же, мы такой документ не выдаем. Мы решаем вопрос с департаментом в рабочем порядке. Они со своей стороны тоже пытаются в короткие сроки устранить недостатки. Опять же, можно воспользоваться помощью отдела мониторинга и сопровождения услуг ЗАГС, обратиться в чат, если вдруг поступил такой документ, и коллеги помогут связаться с департаментом, чтобы как можно быстрее устранить недостатки в документе. Вопрос в чате: на каждый документ свое обращение. Да, коллеги, на каждый документ отдельное заявление, отдельная госпошлина, и отдельно вы регистрируете каждое обращение по каждому документу у вас в буфе. Когда мы выдаем результат, мы смотрим, кто к нам обратился, и результат выдаем заявителю. Про это уже говорили. В случае обращения представителя заявителя проверяем документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий его полномочия. Ну, то есть, если подавал один, а забирает другой, то должна быть доверенность нотариальная, но это может быть только в том случае, если первая доверенность, по которой он действовал, была с правом передоверия. Если приходит другой человек, не тот, кто подавал с доверенностью, значит, мы делаем ксерокопию доверенности. Если поступил отказ, то мы отказ выдаем заявителю, себе делаем ксерокопию, храним со своим экземпляром расписки. Далее, если поступил нормальный документ, апостилированный, отказа нет, услуга предоставлена, выдаем документ, содержащий проставленный апостиль. Если пришел отказ, оригинал отказа также выдаем. И также, если пришел отказ, выдаем документы, который вернул департамент. Они когда возвращают, они там и доверенность возвращают, и переводы. То есть если они услугу не предоставляют, они все вот эти оригиналы, которые вы направили, они все вернут. И вы их все отдаете. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой во втором и третьем экземпляре расписки. И по факту выдачи сотрудник делает соответствующую отметку в ОСГУФ. Далее третий экземпляр расписки с подписью заявителя, подтверждающий получение результата, отправляем курьерской службе в департамент. То есть выдали результат, заявитель расписался в расписке, расписку отправляем в департамент, третий экземпляр расписки. А доверитель сам может забрать готовый результат? Коллеги, нет, должен забрать заявитель, тот, кто сдавал. А как быть, если доверенность одна, документов несколько? То же самое, коллеги, к первому запросу прикладываете оригинал доверенности, к последующим запросам, если они одновременно, конечно, сдаются, да, если не одновременно, то должны быть разные доверенности. Если одновременно сдаются, то, соответственно, вы прикладываете к первому запросу оригинал доверенности, к остальным прикладываете копию доверенности, пишете оригинал доверенности, находится в таком-то деле, указываете номер запроса. Коллеги, здесь понятно, так выдаем результат. Отлично, идем дальше.
Вот проговорили с вами ситуации, что вот может быть возврат документов без рассмотрения по существу, да, когда, собственно, человек потом может устранить недостатки, заново подать и воспользоваться той же государственной пошлиной. В каких случаях? Когда поступает заявление от лица, не относящегося к кругу заявителей. Пришел кто-то к вам, принес чей-то диплом, доверенности не было. Да? Но это в том случае, коллеги, то есть вы должны понимать, что вы должны разъяснить все. Если заявитель настоял, у нас оснований нет, мы отправили. И поступил этот документ в департамент, они даже рассматривать ничего не стали, потому что доверенности нет, просто все вернули. Тогда человек, который подавал, если он потом обратится повторно с нотариальной доверенностью, он этой госпошлиной может воспользоваться. Если нотариальная копия доверенности одна штука, на подачу трех документов на апостиль. Елена, я только что ответила на данный вопрос. Вот буквально только что. То есть если у вас доверенность одна, а запросов подается три документа, то вы к первому запросу кладете оригинал доверенности, а к остальным запросам кладете копии доверенности, делая отметку, что оригинал доверенности находится в таком-то деле и указываете номер допроса. Копии документов заверены сотрудником и печатью МФЦ. Тоже возвращаем заявителю. Коллеги, мы возвращаем заявителю оригиналы документов, вот, которые он вам сдал. Мы заверяем, когда копии с отметкой «копия верна», мы это заверяем для внутреннего пользования, то есть для себя, для департамента. Соответственно, заявителю мы вернем оригиналы, то, что мы забирали, да, перевод паспорта нотариально удостоверенный, оригинал доверенности. Вот эти копии с отметками вашими, вы их можете нигде не хранить, выкиньте их. Но и заявителю их отдавать не надо, потому что вы документы возвращаете в... документы делаете для внутреннего взаимодействия. Нотариальная копия именно если на руках, а вы говорите про оригинал доверенности. Елена, не понимаю ваш вопрос. У нас есть оригинал доверенности. Заявитель может его не хотеть сдавать, и он может предоставить нотариальную удостоверенную копию доверенности. В этом случае также делаете копию с этой копией, пишите, что нотариально удостоверенная копия, тогда в этом случае не оригинал, а нотариально удостоверенная копия находится в таком-то деле. Смысл тот же, что оригинал, что нотариально удостоверенная копия. Один документ у вас предоставлен в оригинале заверенный, да, пусть это будет копия. Без разницы. Главное, нам-то с вами без разницы. Главное, чтобы один документ был предоставлен в подлиннике. Будет это оригинал доверенности, нотариальная копия. Это так и так делаем в отметку о том, что был предъявлен такой документ, он в таком-то деле. Также, если заявление направили в дом, но при этом не приложили требуемые документы, также будет возвращено без рассмотрения по существу. И если документы неправильно оформлены, например, не стоят штампы, копия верна, там нет подписи заявителя, там, где она нужна, в этом случае департамент также не будет ничего рассматривать, просто все вернет. Это те случаи, когда они не рассматривают, просто возвращают из-за каких-то недостатков. На следующем слайде, коллеги, у вас основания для отказа в подтверждении документов образования и квалификации, которые у нас перечислены в административном регламенте.
Вот это, коллеги, основание для отказа, именно этот отказ будет являться официальным результатом. Да? И если департамент отказал по одному из этих оснований, то, соответственно, это является результатом услуги, и пошлина, соответственно, возвращаться не будет. То есть какие у нас основания для отказа, вот как не у нас, вернее, а у департамента основания для отказа в подтверждении документов об образовании и, или квалификации? Документ об образовании или квалификации не является выданным в Российской Федерации или РСФСР документом об образовании или квалификации, образец которого утвержден на момент его выдачи федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, либо документом государственного образца об уровне образования или квалификации, либо документом об образовании или квалификации, образец которого в случаях, предусмотренных федеральным законом номер 273 ФЗ, установлен на день его выдачи российской организации самостоятельно. В документе об образовании или квалификации отсутствует хотя бы один из реквизитов, наличие которого, согласно законодательству Российской Федерации или СССР, в области образования являлось обязательным на момент его выдачи. Коллеги, вот то, что касается отсутствия реквизитов, мы с вами, поскольку мы не обладаем достаточной квалификацией для того, чтобы оценить документ, мы можем только посмотреть на подпись и печать. Да, для нас это обязательный реквизит. Все остальные реквизиты, которые должны быть на документе в образовании или квалификации, это уже будет смотреть департамент непосредственно. Мы со своей стороны обращаем внимание на наличие подписи должностного лица и на присутствие печати. Если их нет на документе, мы заявителю сразу говорим, что отказ будет. Все остальные реквизиты это уже проверяет департамент. Должностное лицо, подписавшее документ, не обладало полномочием его подписывать. Такое тоже может быть, и это будет основанием для отказа. Подпись должностного лица или оттиск печати не соответствует образцам, имеющимся в уполномоченном органе. Бывают ситуации, когда организации и иными организациями, обладающими соответствующей информацией, в которой был направлен повторный запрос, не представлены ответы. То есть вот когда мы говорили, что срок может быть продлен до 45 рабочих дней, здесь ответы могут так и не поступить, и это будет в этом случае основанием для отказа. Организация или уполномоченные организации, иные уполномоченные организации представили информацию об отсутствии образца подписи должностного лица и печати. Тоже такое может случиться. В этом случае нужно дубликат диплома получать, потому что не может образовательная организация предоставить образцы. И последнее основание для отказа – организация, которая осуществляет образовательную деятельность, которая выдавала документ об образовании, квалификации или ее правопреемник, представила информацию о том, что данный документ не выдавался лицу, указанному в качестве его обладателя. Это тот случай, когда коллеги диплом купили там в переходе или в интернете, и потом принесли его на легализацию. В этом случае департамент, конечно, ничего не легализует, и если вот такое основание для отказа, они не возвращают этот купленный диплом, они направляют его в ОБД с соответствующим заявлением. Вопросы в чате, коллеги, читаю. А если мы заверяем оригинал доверенности при положительном результате, он вернется? Коллеги, уже про это тоже говорил на вебинаре, не вернется. То есть мы выдаем результат заявителю. У вас расписка. Вы видите, кто был заявителем. И вы ему отдаете конечный результат. Вы его полномочия проверили тогда, когда у него документы принимали. И ему же вы отдадите результат. Не нужна вам больше никакая доверенность от него. Если заявитель предоставляет только нотариальную копию доверенности, она под каждый документ должна быть отдельно. Уже, по-моему, 3 раза ответили на этот вопрос, и Лариса тоже продублировала ответ. К первому обращению нотариальную достоверную копию, с остальных копию с отметкой о том, что документы в деле в таком-то. Мне непонятно тогда, если доверенность не возвращается и будет получать другое лицо по другой доверенности, то как убеждаться, что та доверенность предусматривает передоверие?
У нас есть сканирование документов в программе АСГУФ, когда вы регистрируете обращение. Вы можете открыть это обращение и посмотреть скан доверенности, есть ли там право на передоверие. Вот вам как вариант. Мы с вами говорили про то, что все документы, которые вы направляете в департамент, вы сканируете. Если у вас вот такой случай, Лариса вам подсказала, как действовать. Коллеги, еще вопросы тут имеются? Отлично. Следующий слайд – это основания для отказа в подтверждении документов об ученых степенях и ученых званиях. Я не буду их перечислять, потому что, в принципе, они практически такие же, как и для документов об образовании и квалификации. Просто у нас есть два административных регламента, для каждой услуги отдельный свой, и они там немножко в разных формулировках перечислены, но суть у них одна. Да, то есть практически такие же. Вот если пришел отказ со ссылкой на административный регламент и указано одно из этих обстоятельств, то, соответственно, это отказ в предоставлении услуги, здесь уже невозможно воспользоваться той же госпошлины. Вопрос от Жанны в чате. Если оригиналы доверенности были отправлены вчера, сегодня можно сослаться на вчерашнее дело? Лариса уже ответила в чате. Продублирую для всех слушателей, если кто-то не обратил внимания. Сослаться на предыдущее дело мы можем только, если мы вот сразу принимаем комплект документов. Вот 5 сразу принимаете, можете по одной доверенности. К остальным запросам можете приложить копию. Пришли на следующий день, принесли еще 3 документа, значит, должна быть другая доверенность. То есть уже на предыдущее обращение вы сослаться не можете. Коллеги, на следующем слайде чек-листы, которые были разработаны Управлением предоставления госуслуг для того, чтобы можно было проверить себя самостоятельно, либо как другому сотруднику проверить специалиста, который принимал заявление, чтобы вот приняли, чтобы проверить, что в нем все верно указано. Прям берете чек-лист и отмечаете, все ли вы сделали то, что необходимо сделать. Прям проверяйте себя, чек-листы эти не обязательные, но когда вы начнете предоставлять услугу, вы можете ими пользоваться для того, чтобы иметь возможность контроля, да, если вы будете проверять специалистов, и сам специалист, чтобы убедиться, что он все сделал правильно, тоже этим чек-листом может воспользоваться. Чек-лист в базе знаний должен быть. Ларис, есть чек-лист в базе знаний? Мы, по-моему, вчера... Нет, он будет размещен чуть позже. К тому моменту, когда вы начнете предоставлять услугу, чек-листы уже будут размещены в базе знаний. Вы их сможете найти в разделе на 6. Угу. И еще вопрос, сколько запросов можно принять по одному талону? Вот здесь что-то я, мне кажется, тут у нас не регламентировано, или 6, не помню. Я тоже, у нас не написано в соглашении об этом. В приказе о работе с электронной очередью у нас по департаменту образования. По-моему, все правильно, да, идет. 6, да? До 6. Угу. До 6 документов, коллеги, по одному запросу. Такой же чек-лист для документов об ученых степенях и ученых званиях. Как Лариса сказала, все чек-листы в базе знаний к 1 сентября будут размещены.
Также, коллеги, вам к тому моменту, как вы будете предоставлять услугу, направят вот такую памятку для заявителей, которую может выдавать в том числе и администратор на стойке. Это памятка с информацией, которую заявителю необходимо знать. Ну, то есть, когда к вам обращаются на стойку за консультацией, как чего, куда подать, если это услуга Департамента образования и науки города Москвы, то вот такую памятку для заявителя вы можете выдать. В этой памятке написано, какие документы апостилирует дом Департамента образования и науки города Москвы. Написано, что заявление подается на каждый документ, подлежащий апостилированию. Это для вас подсказка, если вы сами вдруг забыли, сколько документов, столько заявлений, столько раз регистрируйте в АСГУФ. Какие документы необходимо предъявить? И также написано в памятке, что приложение отдельно от диплома не апостилируется. Также на оборотной стороне памятки, она у вас тоже здесь представлена, есть QR-код, ссылка через QR-код на федеральные реестры, в которых заявитель сам может проверить, есть ли информация о его документе в этом реестре. Я вам вначале говорила, что Департамент образования и науки города Москвы использует федеральные реестры, когда информацию, которая имеется в федеральных реестрах, когда подтверждает документы. И если эта информация есть, вот 5 рабочих дней, скорее всего, за этот срок будет предоставлена услуга. Если информации в федеральных реестрах не имеется, то, соответственно, в любом случае будет продлено рассмотрение заявления и будут направляться запросы. Вот заявитель до того, как подавать документы, может сам проверить информацию по вот этим ссылкам, есть ли его диплом в федеральном или другой документ в федеральном реестре, чтобы понимать, сколько времени ему понадобится для получения этой услуги. Потому что люди собираются, как правило, уезжать, когда предоставляют документы на легализацию. Им нужно быстрее, чтобы они понимали, сколько времени у них займет. Они могут сами предварительно проверить, воспользовавшись зоной электронных услуг в МФЦ, да, через компьютер. И сразу тут написано, что если не находится, то срок оказания услуги будет продлен. Такую памятку используете, заявителям выдаете, когда консультируете. На следующем слайде у вас есть ссылка, также по ней можно перейти по QR-коду. Это ссылка на сервис проверки готовности документа. То есть заявитель может вот по такой ссылке, или не заявитель, вы сами можете проверить, да, пришел к вам заявитель, говорит, я вот тут сдавала, мне ничего не пришло до сих пор. Вы можете перейти по данной ссылке, попасть на сайт mos.ru и проверить статус подготовки документа. То есть вот такой сервис существует. И, соответственно, им тоже можно воспользоваться, чтобы понять, на какой стадии запрос заявителя. Коллеги, это вся информация, которую я вам хотела сказать на данном вебинаре. Если у вас сейчас есть вопросы, то, пожалуйста, пишите их в чат. Если что-то осталось, что мы еще не обсудили. Пока вы пишете вопросы, не отключайтесь, да, потому что вебинар еще не закончен. Я сейчас в чат направлю ссылку с экспресс-опросом, который необходимо пройти тем, кто участвовал в вебинаре. То есть для того, чтобы мы понимали, насколько правильно вы усвоили информацию. Так, вопросов вроде бы не вижу. Направляю вам ссылку.
По ссылке, пожалуйста, перейдите, заполните форму, ответьте на вопросы. Надеюсь, я вам информацию донесла доступно. На все ваши вопросы, которые были, мы с Ларисой постарались ответить. Опять же, напоминаю вам, что у нас есть сотрудники в отделе мониторинга сопровождения услуг ЗАГС. Они также занимаются сопровождением услуг по легализации. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, то вы можете обращаться на горячую линию 44 580 и 55 580. Тоже коллеги вам помогут. Если документ об образовании выдан в Крыму и во вновь присоединенных территориях, необходимо ли получать документ, дубликат документа или принимать документы как есть? Ну, по Крыму точно можете принимать. По вновь присоединенным территориям, поскольку у нас оснований для отказа нет, мы принимаем. Но будет ли результат, здесь зависит от департамента, смогут ли они подтвердить. Вряд ли он, информация об этих документах будет в федеральных реестрах. И смогут ли они получить ответ с этих вновь присоединенных территорий, если будут делать туда запросы, это, конечно, большой вопрос. Да, поэтому у нас отказа в приеме документов нет, но, опять же, еще, наверное, коллеги, зависит от даты выдачи. Ларис, как тут быть? Допустим, выдан в Луганской Народной Республике там, в 2005 году. Ну, 2005 год, но тут надо действительно смотреть, если уже документ выдан после того, как территории присоединились, да, к Российской Федерации, тогда, вероятнее всего, ДНМ подтвердит этот документ. Но у нас есть чат, опять же, в который вы всегда можете прислать представленный заявителем документ. Мы в рабочие дни, с понедельника по пятницу, да, в рабочие часы, всегда связываемся с ДНМ, подтверждаем, чтобы заявитель не тратил время, не платил там зря госпошлину. И они нам достаточно оперативно отвечают, мы вам у них спросим, сразу подскажем, ответим. Поэтому всегда... Если какие-то ситуации, которые как бы не освещены на вебинаре, они возникают, то всегда можно с коллегами попросить помощи, и они свяжутся с департаментом и уточнят. Все верно. Коллеги, еще раз дублирую ссылку. Кто не перешел, пожалуйста, переходите, отвечайте на вопросы. Спасибо Ларисе, что она с нами была, отвечала тоже на ваши вопросы. Спасибо вам, что присутствовали на вебинаре. Кто не смог, там не целиком посмотрел вебинар, то у нас еще есть вебинар завтра по данной услуге. Увидимся с вами позднее. На следующих вебинарах прощаюсь с вами. Да, спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна. Всего вам доброго. Хорошего дня.